играешь, такое. Не, она вот вообще логичная. Мало того, что логическая, еще и считательная. Да, и вообще на самом деле. Ну, знаешь, есть такое понятие, вот, как вот царская власть описывала. Народ может творить все, что угодно, а говорить все, что угодно, но пусть только попробует сделать. Вот так и у нас. Все говорят все, что угодно, можно вообще там чуть ли не... ну, у нас вежливая игра, но можно чуть ли там не бросить краску гонять. Можно, конечно. Но при этом можно и без мата. Как человека загнать в угол? Он просто офигеть. А проголосовать за другого, и все. Все, что ты говорил, это тут так просто. Ладно, полный. Как игра? Я могу тоже ходить. Игра хорошая, игра, блин. Игра очень хорошая. Очень хорошо, да. Очень хорошо. Человек, который уходит, он может сказать, что он шериф? Да, конечно. Понимаешь, красный так никогда не сделает. Нет, красный понимает. А вот черный может. Но там есть такие замуты. Мы делали самострел в первую ночь. Мафия. Я говорила, что я шериф. Что это не так. Меня, честно говоря, я буду записывать. Я уже знаю. Вот девочка хотят играть, короче. А я выйду домой. У меня, честно, дела, короче. Ну, оставайся, у нас 10 лет. Ну, в смысле, иди. Да, то есть вы не знали, короче. Хорошо, что потому что мы с ними поиграем. Я на 10 лет. А? Или не доживаешь? Там просто что-то такое время, блин. Я хочу с ума Легче играть, когда ты знаешь риторику, мимику, типа там нюансики, как там у тебя какая реагирует. А мне еще шушек, да, не могут. Ты могла бы играть на том моменте, когда я не доверил аудиторию. Да. Прекрасные чати, не могли бы мы чашки. А все сам Софии, ой, потрясающе. Да, я даже в двух десятых доме, и иногда я не запоминаюсь. Я в двух чатиках! Я в двух чатиках. Ну, не хочу вас Арабика, что слава? Давайте на лицо. Все, как нужно? Так, я уже не могу.
все уйти, в принципе. Да нет. Уже не можешь. Арабика она сменила. Так, а что, вишня что-то потребует? Вишня. А, вишня будет. А, значит. Ну, тогда вернёшься в туалет и будет пить. Да. О, честно, слово спела. Да. Я, знаете, вам что скажу, если кто-то будет ночью застипулировать, вот, я тренировать ночи, я... За это удаление стола. Я начну читерить в следующих играх, и вам не понравится. Это по поводу вишни, да? Что, нам надо парки показывать? Ну, они нечестная игра. Это нельзя делать. Совсем же плохо. А что, если бы вишня нанимала? Ладно, ночи, может быть, может это было... О, может, я не знаю, она показала раньше. Какие души? Не надо меня. Даже на проверке нельзя. Нельзя. Объясняю. Объясняю. Вот смотрите. Вы тыкаете, вот, тариф просыпается, да? Видит это. Пофиг, кого он проверяет. Он озвучит. А что я показывала ночью? Ну, да, ты же видел? Да. И что, а все что? Показывали? Ну, как бы, все могут говорить. Не, тогда... Не, начинается это лишний чит, как бы, ну... Ни к чему, это принято. Ну и вообще к ночи нельзя апеллировать в речах. Да. Вообще, и к ведущей нельзя обращаться. Не то, что там, ну... Нельзя говорить, я слышал, но нужно говорить ко мне, слухи донесли. Я очень рад, что в этой игре как-то очень много играют. Это как по правилам, люблю смотреть, я часто смотрю видео, смотрю Мустафу, там когда играют российские. А ты не забираешься туда вот на этот парк, где профессионалы играют? Посмотри, я же. Возьми меня, посмотри. Ну вот, честно слово, один раз ездил два раза. На чайник, да? Два раза. На чайник, я хочу хотя бы посмотреть. Что там было плохого? Ой, ну они там начали... А ты говорила тогда? Там ведущие, ну там были нюансы. Да видели что-то себе? Да, да, они там, ну короче. Тебя? Да, там пассивная агрессия. Да, так кто знает, что такое динамическая договорка? Поднимите руку. Я слышала, но давайте рвать без этого. Окей, если мы будем мафией, я просто, чтобы знать, он поймет меня, не поймет. Это было бы интересно. А кто у нас не пришел? Зефирка заводит. Зефирка что? Заводит. А кто знает, значит, теперь тоже знает. Ну, мы после игры. Нет, так вы не поймете. А вы о чем? А я после игры расскажу. Это очень интересно. Когда вы там показываешь что-то, и все понимают. Там вот так и вот так и вот так. Да, вы засыпаете, вы засыпаете. Город спит. Шаолинь спит. Просыпается святой отец Кайхуа. Просыпается госпожа Дзефирка. Просыпается госпожа адвокат. Просыпается в надежде господин Сланг. Просыпается госпожа честное слово. Просыпается госпожа Дима. Просыпается госпожа Луша. Просыпается госпожа Каролина. Просыпается господин Шаури. Просыпается госпожа Шаури. Просыпается госпожа мафия просыпается, знакомится со своим доном, он показывает, что он дон, и делает выбор на ближайшие 3 ночи.